Это «Россия-24». Мы продолжаем работу в прямом эфире. Прибыль ВТБ за последние полгода выросла почти в два раза. За 6 месяцев банк получил столько, сколько за весь прошлый год. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с Владимиром Путиным. Он отметил, что главным двигателем стала ипотека. Говорим о результатах работы банка за полгода. Навальный Владимирович, пожалуйста. Знаете, ну, за первые 5 месяцев, пока аудирована отчетность, у нас есть прибыль банка выросла на 74% и превысила 87,1 миллиарда рублей. У нас прирост кредитного портфеля как по кредитованию предприятий, так и населения. Особым таким двигателем является ипотека. И хотел бы сказать, что не только темпы роста ипотеки, мы в этом году планируем, что она превысит 20% эти темпы, но и ставки на наши, естественно, наша цель, это то, что вы обозначили в послании Федеральному собранию, порядка 7-8%. Сегодня мы выдаем уже ипотеку по ставке 8,9%. По кредитам корпоративному сектору нашим предприятиям, последние вот 16 кредитов за второй квартал, здесь ставки серьезно снизились. Они варьируются от 6,75% до где-то 10%. То есть в том 7-8% предприятий торговли, машиностроения, металлургии, но это крупная медицина даже. Вот, для малышей ставки выше 10% сейчас, но мы работаем над тем, чтобы эти ставки снижать. Думаю, условия для этого все есть. В среднем по стране уже меньше 9. Да. А то есть меньше 10. Ну, где-то так сейчас, да. Ну, где-то хорошо, мы стараемся, да.